Привет, сегодня у нас посылка из Китая, посылка не отслеживается. Посылка у нас написано, что в ней held core, я не знаю, что это значит. Я сразу извиняюсь за то, что посылки будут выходить не так часто. У меня немного изменился рабочий график, и по факту у меня просто не совсем много свободного времени. А это у нас категория интим товар. Больше ничего нету. Какая-то вот такая вот бумажечка. Что это за фигня? Ага. Извините. Типа поставь там 5 звезд, получи 5%, все дела. Это у нас наручники. Вот такие вот мягкие наручники. Достаточно хорошо сделаны. Да, достаточно неплохо сделаны. На карабинчиках, то есть это не проблематично, если что, потом расцепить, рассоединить. Стоимость, по-моему, в районе 2 баксов пара. Достаточно классные наручники. Так, ссылки я обязательно, конечно же, вам оставлю потом. Да что ты... Так, вот так вот это выглядит. Вторые точно такие же. По качеству я полностью доволен. Не знаю, пробовать я, наверное, не буду. Я их покупал именно с целью дальнейшей реализации. Ссылки обязательно дам. Всем спасибо, кто смотрел мой канал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!